готовку кульчику успокаивающему. А то мне всеми даже в голову ударил, самку захотелось. Представляете? Видно, укол перестал действовать. Можешь увеличить интервалы уколов, а то есть раз 10 дней, то тоже... Это не ко мне. А, к стенку можно подойти? Ну, я не знаю, в какую? В правую. К доктору, с доктором разговариваю. Хорошо. Как скажет, так и будешь делать. Держи щеточку. Все, держи. Спасибо.